Всемирный банк планирует разработать новую стратегию по Азербайджану в 2022 году. Об этом заявила глава Бакинского офиса организации Сара Майкл. Банк проводит мониторинги, диагностику частного сектора и анализ экономической ситуации в стране. В настоящее время финансовая организация сотрудничает с правительством Азербайджана в рамках подготовки национальной стратегии развития экономики Азербайджана на 2021-2025 годы. Организация изучает различные инструменты для поддержки бизнеса и предпринимателей. Наряду с этим Всемирный банк выразил готовность в участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. По оценке банка, благодаря развитию региона появятся новые торговые возможности. Азербайджан обладает необходимым потенциалом стать транспортным хабом. Движение больших объемов товаров из Турции, из Ближнего Востока и прежде всего через товары следующих из Ирана, через Иран, из Пакистана и через Пакистан, из Индии. То есть Азербайджан приобретает очень важное значение. Получится, что вот это вот природное богатство Карабаха, оно будет работать на мировой рынок.